В субботу в Самарской области пасмурно, осадки в виде дождя. Температура воздуха днем плюс 4, плюс 9 градусов, ночью 1-3 выше 0. Ветер восточный, юго-восточный, скорость 5-7 метров в секунду. В Сызрани тучи и дождь, днем плюс 6 градусов, ночью 2 выше 0. Юго-восточный ветер 6 метров в секунду. В Тольятти пасмурно, осадки в виде дождя, днем плюс 4, ночью плюс 3 градуса. Ветер юго-восточный 7 метров в секунду. В Самаре пасмурно, небольшой дождь, днем 4 тепла, ночью 2 с плюсом. Ветер юго-восточный 6 метров в секунду, атмосферное давление пониженное, 737 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 95%, геомагнитное поле возмущенное, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.